Так, друзья, мы начинаем подготовку ужина. И это будет тушеной капустой. Пока что это капуста свежая. Очень свежая. И перчик, да, что там? Перчик и морковка. Перчик и морковка. Это чуть-чуть обжаривается. Я чувствую, как это маслице присутствует. Да, оно жарится, конечно. Маслице у нас какое? Вот оно жарится. Масло у нас, вот мы уже показывали это масло. Это оливковое масло, оно такое холодного какого-то прессования, которое высокая температура у него. Пригорание. Так, я понял. Хорошее масло. Так, ну, надо накрыть, мне еще дорезать это капусту надо. Давай. То есть мы, можно сказать, началом тушения капусты мы ознаменовали начало процесса. Да. Ну, а это, друзья, будущие люля. Да, Света? Да. Значит, это просто мясо с лучком, да? Что там еще? Лук, чеснок. Да. Соль, перец. Ну, то есть, как положено. Так, вот тут Степан так его немножко подлепляет. Вот так, без рук. А что без рук? Ну, да, она липкая очень. Мне так ложкой намочила. Угу. Ну, я сейчас руками. Ну, вот так вот, решила так. Нет, я всегда делаю, на самом деле, длинной ложкой, но это намного длиннее, я бы так сказала. Понял, так, намочила там. Угу. Ну что ж, значит, и так, у нас есть капустка тушеная. Раз. Да, нам покажи, она там стоит там. Ну, мы так ее показывали, в общем-то. Ну, хорошо, да, хорошо. Капуста тушеная, раз. Да, свит потейта еще у нас протейта. А где у нас свит потейта? Ну, микроволновка стоит. В микроволновочке. А что, мы его там как бы тушим? Нет, мы его на пару сначала делали, а потом мы его сильно слили, а нам жарится. Ну, хорошо. Ладно, тогда дойдем до свит потейта, посмотрим на свит потейта. Уже едут к нам гости. Так что вот нет, ничто не зря, ничто. Друзья, вы слышите, как шкварчит кипящее масло, а на нем в дыму наши люля. Так, Света, что у тебя тут? А вот это вот свит потейта, который мы долго и нудно выбирали. Это сладкая картошка. Да, вот она немножко на пару так немножко полежала 5 минут. В микроволновке. На пару. Специально вкусно. Да, пахнет изумительно, друзья. Пахнет изумительно. На запах пришли гости. Мы, в принципе, с ними договаривались заранее, но так вот. Да. Друзья, пришедший на запах люля Виктор, значит, принес бутылочку, называется «Анрули». Что за вещь? Вещь – это каберне савиньон, как прошено, вот, написано. Да. И оно очень такое качественное и такое немножко кисловатое на вкус. Мы такое очень любим. Будем пробовать и все расскажем нашим зрителям. Так вот, зрителям я могу рассказать такую вещь. Сегодня, поскольку был дождливый день целый день, мы пошли winery. Вот сюда. Винарню. Нет, Анрули здесь, я не знаю, откуда они его привозят. Да. Нет. Оно winery, которое местное в Санта-Крузе. Так. Называется Borgetto. Конечно. Итальянское, да, такое слово у них. И мы туда записались в членство. Они нам будут присылать. Пробовать можно бесплатно и можно привозить двоих друзей. С купоном об этом... или так? Без никакого купона нет, это членство. Так. Это как членство в клубе. Такое, да. Поэтому мы о вас подумали и сказали, да, что мы придем с друзьями. Понял. А между прочим, попробовать вино, это там или 10, там есть две версии, 10 или $15 за, да, пробу. Да. Поэтому, ну, проба там 5 вин. Вот дают, скажи, ты когда съел перепелиные яйца? Перепелиные яйца я не помню, там не давали. Нет, все, будешь пробовать сегодня перепелиные яйца. Перепелиные не пробовал. Да. Говорят, для здоровья хорошо. Не знаю. В общем, я не знаю, как перепелиные яйца вот с этим каберне савиньон. Отлично идут они. Я не пробовал перепелиные яйца, но знаю, что они идут совершенно замечательным образом с каберне савиньон. Да, тем более маленькие там. А в членство, когда мы туда пойдем, да, ты возьмешь свою камеру, Миша, да, и мы там все будем снимать, потому что место совершенно замечательное. Все, договорились. Они мы были, там, но они, были, снимали, по-моему, но... вы не делали никакого поста. Может быть, даже и делали, но наша аудитория растет. В любом случае, тогда растет. Не было... У нас же не было этого членства, а теперь все. Мы официальные члены. А с членством совершенно другой вкус. Совсем другой вкус. Когда льют безлимитно. Да. А безлимитно? Практически безлимитно тебе льют вино на четверых
За бесплатно. Так это надо... Так, ребята, на канале так, это многие бы подошли. Так это такой вот интересный нюанс. Но ты да. лимит ограничен в том смысле, что ты, ну сколько ты можешь разных вин попробовать, оно начинает уже просто приедаться, ты же его пробуешь, да, вкус. Да. Это же они не... там дорогие вина. Они так рассчитывают на то, что человек не в состоянии по-настоящему-то наклюкать. Но человек и не в состоянии, туда не да. ходят. Ты не клюкаешься 60-долларовыми винами. Да. Ты клюкаешься чак-фабак для этого. Ну, хорошо, мы попробуем вот этим вино. А это почем вещь, если так она? Если купить где-нибудь. Если купить, это надо посмотреть. Долго 12. Это, а, это недорого. Это умеренно. Это умеренно. Хорошо, мы сейчас наши безмерные люля с умеренным венцом. Да. Вот, и это посмотрим, что получится. Друзья, к сожалению, запах я передать не могу. Но я рассчитываю на вашу фантазию. У нас интеллигентная аудитория на канале. Вот, с воображением. Запах передавай словами. Вот кто-то нюхает. Я амброзию нюхаю. Вот это интересно, но... Запах словами. Много, как? Очень много. Ой-ой-ой. Ну вот этот укропчик сверху, он так, знаете, придает... Аромат. Ну, чисто внешне даже придает. Потому... Я вот не художник по профессии, но чувствую, что вот мне это как-то вот так на энергетическом уровне приходит как искусство. Вы видите, друзья, вот эту нарезочку, вот это авокадо, который... А мы его есть будем, Света, или так он чисто для вида? Мы его обязательно будем есть, Миша, ты даже не сомневайся в этом. Это но же, это другой авокадо. Это как масло. Не петрушка, да, чисто, мы его будем чисто масло. Это не петрушка, это кинза. Это кинза. Где? Вот, который вот я вот кручу. Да, да. Я его поворачиваю, потому что у нас же видео. Ты можешь, было... ты можешь его понюхать. Да. О, как он вкусно пахнет. Чувствуется уже, что вот так чувствуется, что не петрушка. Он пахнет. Да. Петрушка тоже, на самом деле, вкусно пахнет. Тоже хорошо пахнет. Я вообще даже не очень отличаю другой между запах. Делом. Вот ну, пахнет такой, кинза, да. Кинза, авокад. Что-то авокад какой-то беленький прям внутри. Это какой-то другой сорт. Да? Калифорния, да, авокадо, не, это не хаос Калифорния. Непривычный сорт. И вот помидорчик. Помидорчик должен украсить. Так, вот теперь два ножа. Друзья, две женщины, два ножа. Одно большое удовольствие. Один мужчина с одной бутылкой. Да. Так, надо еще достать эти так. самые бокалы. Значит, говорят, что это авокадо называется хаас. Голландское слово, калифорнийский авокадо. Знаете, как испанское, нет, какое-то слово. Харлем. Нет, нет, подожди, песня. Высокая честь. В Испании есть. Какая-то волос. Гранада. Гранадская, да. Красивое имя, высокая честь. Вот, и здесь тоже гранада, красивое. Гранада моя, да. Да. Авокадо, авокадо, авокадо моя. Ну вот, с двумя буквами А, да. это есть город Харлем. Харлем. Он находится примерно час езды от Амстердама. А, это помимо нашего Харлема. И если вот ты посмотришь на Новый Амстердам, который так. переименовали позже в Нью-Йорк. Да, 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 да. да. Так, так вот, Новый Амстердам находится чесночок. Примерно в часе езды от Гарлема. Понял. Но в этом Гарлеме из слова второе А исчезло в английском. То есть глубокий смысл в этом есть. Ну вот, голова. Виктор, давай будешь нюхать чесночок. Можешь даже вот так пальцами потереть. Потри его пальцами, чтобы он сок дал. Сделай так, чтобы он сок дал. Не, он не пахнет. Как не пахнет? А еще у нас, друзья, есть такой камин. И гитары есть, и все очень уютно. Давайте мы так туда в камин уйдем. Хорошо. У них дождь, а у нас камин. Друзья, бокал перед тем, как употребить, надо протереть влажной салфеточкой. Салфеточка увлажняется. И потом мастерски, вы видите, как работают мастера, которые имеют членство в винодельнях. Вот, они не просто так, вот как мы все, вот пальчик оттопырят. И вот это напоминает мне историю, особая как в такая... нашем Советском парке стояла такая колоночка такая, и в ней была газированная вода. Была по, не цент, как он, по копеечке, а была по 3 копеечки сиропчика. А бывало еще по 5. Так с двойным вот сиропом. Сверху да. стоял граненый стаканчик. И мы подходили с вот такой маленькой ваточкой. Ну как сверху? Сверху на этом устройстве. Но он стоял для... Он как холодильник высотой был. Не, ну погоди, высокий. Там же мыло. Никакого мыла там отродилось. Помывка была. Там была. Да, ну помывка, просто вода да. лилась. Никакого мыла там не было. Нет, естественно. Там просто холодная вода. Вы что, еще с салфеткой ходили? Это юмор.
Окей. Это тонкий намек, как мы приехали, и уже тогда мы мыли граненые стаканчики, а теперь вот мы моем бокальчики. Да, да. Ну что же, хорошо, это не граненые стаканчики, а вот так простые американские бокалы. Они, между прочим, скандинавские. Скандинавские, бокалы, если уж совсем честно. Да, но продают у нас тут. Ну, так Америка же. Америка тут все, все попроще, да. Вот, друзья, вы видите наш скромный стол. Ты лучше разливай вино. Вино я разолью. Кушай. Значит, ничего, реально ничего нет. Такой люля, картошечка, зеленюшечки, капуста тушеная. От щедрот, так сказать, калифорнийской лозы.